нашем здании. Все удивленный, взволнованный взгляд. Сегодня мы праздник большой отмечаем. Мы в школу своих провожаем ребят. Саду. Наши ребята выросли, скоро пойдут в школу. Вырос их дружок, проказник Буратино. Да где же он? Где же наш проказник Буратино? Ой, да вот же он спешит, ребята! Вика! Папа Карл послал меня в школу. Посмотрите, какая у меня азбука. Только я еще не умею читать. И похоже, что я заблудился. Подскажите, в какую сторону идти? Где школа? А это разве не школа? Там такая чудесная музыка звучит. Но ничего не случится, ведь я только на минуточку загляну за эту замечательную шерсть. Привет.
делаете? Ну, как видишь, ищем своих гвоздей. А вам не надоело? Ужасно надоело. Хочется взять папу и кого-то поколотить. А, вы драться? Ну, тогда висите дальше. Не Буратино, не сердись на Ликино. Он ужасно рассержен на нашего хозяина Карабаса-Барабаса. Буратино, не уходи. Сними меня с гвоздей. Помоги нам, пожалуйста. Помоги нам, Буратино, будь другом, да? Пожалуйста. Ну что же вы теперь собираетесь делать? Не знаю. Нам, наверное, попадет от Карабаса-Барабаса. Нам остается только бежать. А что вы умеете делать? Мы умеем петь и танцевать, а еще разыгрывать спектакли. Да ну, а ну-ка покажите. Долгий месяц, долгий год. Анатолина, Анатолина, шапку с Артема сними. Yes.
И куда это такие маленькие детишки, они направляются? О, детишки, нам как раз такие и нужны. Маленькие и хорошенькие. Куда же вы направляетесь? В школу. В школу. Буратино. Буратино, разве ты не знаешь, что с чужими и незнакомыми людьми разговаривать нельзя? Гав, пропустите нас, мы доломимся до дороги, гав! Ой, и чего это группа незнакомая? Давайте познакомимся. Вот это вот, вот Базилио. Он бывший учитель. Очень умный, он столько книг прочитал. А я Лиса Алиса, бывшая актриса. Мне рукоплескал большой театр. Вот и познакомились. Мы тоже очень любим ребятишек. И почему это такие маленькие ребятишки, они на улице? Мы не маленькие. Не маленькие, мы идем в школу. Куда? В школу, вам говорят. В школу. И зачем? И зачем вам это надо? В школу. Вон Базилио столько лет провел в школе, только зрение потерял. И где награда? Будем многому научиться. О, так это школу идти не надо, правда? Вот мамочки знают, папочки знают. И вот те тетки тоже знают. Не надо ходить в школу. Я лучше место знаю. Знаете, ребята, я такое классное место знаю. Да, Лиса Алиса? Да, такое чудненькое местечко. Там тоже живут ребятки. Такие маленькие-маленькие. Хороший детский сад называется. Мы да. знаем туда дорогу. Давайте. Хотите, вам покажем? Давайте заглянем на минуточку в детский сад. Очень интересно, что там происходит. Показывайте дорогу. О, сейчас покажу. Пойдем и спасем. Огородами. Это букву же, букву, это букву, я знаю. Раз зайчонку на обед прискакал дружок сосед. На пенек зайчата сели и по пять морковок съели. Кто считает, ребята, ловок? Сколько съедено морковок? Там на сердце. Покажи, пожалуйста. Правильно? Молодец. Правильно. Я же бабушка лисица. Трем внучатам рукавицы. Берегите, не теряйте, сколько всех, пересчитайте. Правильно. Правильно. Математика – это хорошо. Ответ вы умеете? Конечно, послушайте, не поеду за Thank you.
ходить в школу, так уж совсем маленькие. Он даже до кота еще не доросли. Лиса, кот Базилий, да наши дети уже большие. Вот сейчас к нам придут совсем маленькие ребятишки. Поздравить наших выпускников. Полина, расскажи, ты же умеешь, давай, расскажи. Ты же знаешь. Помогать. А нам-то что-то это будет? А нас за это кормить и поить будут.
Бесплатно, да. То есть даром заживем. И страну дураков больше как-то. С твоим-то умом. Да с моей красотой и лаской. Ты здесь не промазил. Это точно. Кипачи, мне так как-то и уже, да. Пойдем-ка, малыша. Thank you.
пожалуйста. Вот тебе мольберт. Чувствуй, ручкой одной трогай. Трогай вот ручкой. Все. Поняла, где рисовать? Давай. Ну, рисуй. Ребята, рисуем только голову. Так. Побольше, побольше. Давай, ушки. Лицо, глаза не стоят. Глаз, брови, правильно. Второй глаз. Так, еще глаз. Нос. Нос, рисуй нос. Нос, рот. Рот, рисуй нос. Вот. Да, ну все. Аида справилась. Ольгу Васильевну нарисовала. Так, давай рисуй Викторию Евгеньевну. Так, лицо круглое. Давай. Побольше. Вот. Ушки. Угу. Другое ушко. Так, волосы рисуй. Рисуй волосы. Вот, молодец. Вот, вот. Вот какая красивая. Так, показываем. Вот.
Спасибо, дружно говорим тебе, любимый детский сад, и всем сотрудникам твоим. От всех родителей, ребят, спасибо, дружно скажем. За нас чудесный детский сад, заведующий наш. За столько долгих лет и зим, он стал родным для многих. Мы до свидания говорим, нам школа ждет дорога. Чтоб деток верно воспитать, необходимо много знать. Знать нужно психологию и знать физиологию. Быть долго в педагогике, риторике и логике. Но главное, чтоб методистом быть, детишек надо любить.
учили все 4 года, день за днем. Глядь, а малыши уж повзрослели, скоро в школу мы их поведем. Льются тихо звуки вальса в зале, набегают слезы на глаза. То, что мы когда-то не сказали, на прощание вам хотим сказать. Поясню поклон и поклониться вам за ваш нелегкий светлый труд. А ребятам долго будет сниться детский сад изученный маршрут. Мы бы хотели от всех родителей поблагодарить наших дорогих воспитателей за вашу доброту, любовь, ласку, за то, что вы стали нашим дорогим детям. Пускай нелегко это было. Заменяли их нам. За все вам большое спасибо. Просто очень много слов, тяжело, да, эмоции сказать сложно. Спасибо вам огромное за все, за ваш труд. Мы будем по вам скучать. Дорогие наши ребята, как вы выросли, повзрослели. А кажется, только вчера вот эти маленькие непоседы впервые пришли к нам в детский сад. А сегодня они выпускники, и мы провожаем их в школу. Ребята, в школе вас ждет много интересного и увлекательного. Первые учебники, первые тетрадки. Вас ждет ваша первая учительница и новые школьные друзья. Но в школе не всегда будет легко. Но я уверена, что те знания, которые дали вам ваши замечательные педагоги Ольга Васильевна, Виктория Анатольевна, Светлана Юрьевна и Людмила Викторовна, помогут вам преодолеть все трудности, и в школе вы будете учиться только на 4 и 5 лет. А помогут вам также ваши замечательные мамы, папы, бабушки и дедушки, которым я хочу сегодня сказать от имени всего коллектива спасибо за таких прекрасных детей и за ваше доверие. Ведь вы доверили нам, нашему коллективу, самое ценное, что у вас есть в жизни – своего ребенка. Сегодня, уважаемые родители, я хочу вам пожелать только одного – терпения в дальнейшем воспитании и обучении ваших детей. А вам, ребята, желаю учиться на 4 и 5, быть веселыми, добрыми, любознательными и, конечно же, счастливыми. В номинации «Маленькие дети, большие таланты» награждается Казнова Маша за победу в городском конкурсе «Смотре» музыкального творчества среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока. Весенний Копиль 2018. Поздравляю. Подожди, Маша. Также Казнова Маша награждается за активное участие в городском конкурсе чтецов «Душой к природе прикоснись». Поздравляю. В номинации «Маленькие дети, большие таланты» награждается Яковлева Настя за победу в городском конкурсе «Смотри музыкального творчества». Так, еще у нас награждается победитель краевого фестиваля конкурса «Правнуки Великой Победы» в номинации «Дети Великой Отечественной войны». Поздравляю. За победу в городском конкурсе «Смотри музыкального творчества» награждается Исмаилова Ангелина. Поздравляю. Также она еще награждается победитель краевого фестиваля конкурса «Правнуки Великой Победы». Следующий.
за активное участие в выставке-конкурсе художественного творчества образовательных учреждений награждается Лоботова Алиса. Алиса. Награждается Некрасова Вика, победитель краевого фестиваля конкурса «Правнуки Великой Победы». В этой же номинации награждается Романов Алексей. И в этой же номинации награждается Хохлов Аркадий. Так, и у нас есть одна номинация «Спортивные достижения». Награждается Диков Дима за активное участие в спортивных мероприятиях среди дошкольных образовательных учреждений города Владивостока. Так, и еще тебе одна грамота. Номинация в фестивале семейного творчества «Осенние фантазии». Номинация «Участие в конкурсе художественного творчества по приобщению к истокам русской народной культуры» награждается Краснова Светлана Павловна и Краснова Оля. Ковалев Егор и Екатерина Александровна. Антипов Антип и Оксана Николаевна. В номинации развития детского творчества в мире искусства и за активное участие во всероссийских конкурсах художественного творчества награждаются Романова Диана, Осадская Эльвира, Романов Алексей, Зебницкая Мария, Рыжкова Ангелина, Пащенко Федор, Слободской Никита, Скрыник Елисей. Поздравляем. Никифорова Лера. И награждается Григорьев Арсений во всероссийском творческом конкурсе. Занял первое место. Номинация «Развитие детского творчества в мире искусства» награждается Поздняк Настя. Балдышевский Артем. Иванюк Александра. Колебатов Тимофей. И Шамбетова Алина. Титова Ульяна. Покладов Игорь. Но сейчас, уважаемые наши гости, дорогие наши ребята, самое торжественное место. Мы приступаем к награждению наших выпускников дипломами выпускника. И награждать будем также медали. Итак, диплом об окончании детского сада вручается Красновой Ольге. Поздравляем в школе на учись. Поздравляю. Диплом выпускника вручается Григорьеву Арсению. Поздравляю. Все какие ваши медали. Диплом вручается Романову Алексею. Поздравляю.
Диплом выпускника врач... Так, поздняк. Вручается поздняк Насте. Через сколько на ничтёрке, Настюша? Диплом выпускника вручается Ковалёву Егору. Поздравляем, чтобы только четвёрку четвёрку. Поздравляю. Диплом вручается Дикову Дмитрию. Поздравляю. Диплом вручается Яковлевой Анастасии. Диплом вручается Исмаиловой Ангелине. Учись на одни пятерки. Диплом вручается Титовой Ульяне. Диплом выпускника вручается Балдышевскому Артему. Поздравляю. Тёма, медаль. Чисто один, девочка. Диплом вручается Рыжковой Ангелине. Диплом получает Иванюк Александра. И Саша Зарина. И медаль. Диплом вручается Некрасовой Виктории. Чтобы маму всегда радовала хорошим мальчиком. Диплом получает Покладок Игорь. Все, чисто. Диплом вручается Залибасову Тимофею. Диплом вручается Никифоровой Валерии. Диплом об окончании детского сада вручается Романовой Яне. Диплом вручается Пащенко Федору. Сюда повернись, тебя будет снимать. Поздравляю. Диплом вручаем Кошелеву Михаилу. Диплом вручается Осадской Эльвире. Диплом об окончании детского сада вручается Лоботовой Алисе. Диплом выпускника получает Антипов Антип. Диплом получает Шрывник Елисей. Диплом об окончании детского сада вручается Ишамбетовой Алине. Диплом получает Слабостой Никита. Диплом об окончании детского сада вручается Костой Марии.
Поздравляю тебя. А я вас видите где? А меня вас вот так видите? Да, дорогие дети, у нас еще не все закончилось. Впереди у нас еще очень много интересного. А сейчас будет самое интересное. Мы сейчас с вами пойдем на улицу и будем запускать в небо воздушные шары. Но, прежде чем их запустить, вы должны загадать желание. Прям вот глазки закрыли, загадали. Никому не рассказывайте. И потом дружно все вместе, повторяю, дружно все вместе, на раз, два, три мы опустим шары в небо. И ваши желания сбудутся. Итак, потихоньку, не спеша, сейчас мы вам раздадим шарики. И также парами, друг за другом, мы пойдем с вами на улицу. А родители пусть заберут дипломы. Проходите, проходите немножко. Я две вижу. Проходите, чтобы все. Я не